Всем привет! Продолжаем прохождение Мину Куфта. Новое название игры. Но сначала я выложу сейчас быстренько лишнее и пойдем кое-что мы делать. Так, это мы выкинем. Выкинем, давайте, выкинем. Сегодня мы будем играть одни. Прошлый выпуск, да, такой был, ну, типа юморной, если кому-то было смешно. Ну, больше я так хотел протестировать, да, там, вашу реакцию и так далее. Мне, знаете, комментарии такие понравились. Люди писали, типа, как ты мог играть с пацаном, он включал записи. А знаете, самое забавное, что я играл один, это я включал записи, это логично. Написал программу, подключил, скачал это, нарезку голосов и все. Мне просто была интересна ваша реакция. Ну, заметьте, да, далеко не все догадались, что это я сам играл, а при этом включал. И тоже заметьте, я не видел ни одного такого обзорщика, который мог одновременно играть, управлять камерой, там, делать и врубать звуки. Такого я не видел. Я знаю там всякие пранкеры, да, которые там могут в играх троллить, но при этом они не активны. То есть, например, Counter-Strike. Они стоят на одном месте, там вырубают консоль, выбирают звук. Также там World of Tanks и так далее. Но чтобы одновременно, да, делать действия, там добывать, например, песок, да и при этом говорить за другого человека, это сложно. Ну, первый раз я попробовал. Ладно, все, посмеялись и хватит. Ну что ж, давайте тогда сейчас я быстренько выложу. Я потом буду использовать звуки, но уже по-другому. То есть я там придумываю. Чтобы так разнообразить, да. Может быть, я еще сделаю такой выпуск, где я чей-нибудь голос. Так, ну ладно, это уже другая история. Сейчас мы что сделаем? Мы построим портал в ад. В принципе, это полезная тема, потому что там есть интересные вещи, да. Для этого нам нужно что? Нам нужен обсидиан. О! А, я же истратил обсидиан, получается, правильно? Или он оставался? Да, я истратил обсидиан. Нам нужна еще еда при этом. Вот у нас есть еда. Все, еды нам хватит сполна. Ну что ж, let's go. Так, let's go, let's go, let's go. Быстренько сейчас соберем. Так, Антон Уральский, поздоровайся. Эх вы. Так, ладно, все, let's go. Не все оценили, наверное, мой юмор. Ну ладно, что уж поделать. Берем нашу шляпу. Надо будет, кстати, достроить, да, до конца, чтобы я мог спокойно проезжать. Здесь мы сможем сломать уголь и получить потом опыт, а опыт потратить на зачарование вещей. Так, алмазный бур у нас готов. Там еще комментарий, я читаю все комментарии, я уже говорил. Кто-то написал, что можно зачаровать алмазный бур. Там, через какую-то книжку. Блин, я забыл посчитать, сколько мне надо фигни этой. Ладно, сделаем тогда вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хотя бы штук 10 давайте возьмем. Во, как раз нам хватит этой шляпы, да? Тем более, видите, добывается очень быстро. То есть, если бы мы были, это, били алмазной, да, киркой, это было бы гораздо дольше. Ой, я испугался. Это было бы подольше. Мы сейчас лучше построим врата. Врата построим. Да, и потом будем собирать посох. Помните, мы хотели собрать посох? Я ни разу их не собирал, тоже попробуем. Надо будет поймать. И вообще, я уже говорил, надо найти хорошую пещеру, то есть огромную пещеру, как у Саши Грей, понимаете? То есть в таких больших пещерах очень много юнитов, да, страшно. То есть где, короче, потолок высокий. А здесь, видите, маленький потолок, здесь никого нету. Там, кстати, есть железо еще впереди. Сколько я уже набрал? 5 штук. Нормально, очень-очень быстренько собираем. Давай, братюня. Почему-то не дают за это опыт, хотя по логике обсидиан, да, один из самых крепких блоков, не считая коренную породу, которую мы не можем выкопать. Почему-то за него опыт не дают. 8, ну давайте еще вот эту фигню раскопаем. 8, 9. А там не будет лавы случайно? О, хорошо, лавы здесь нету, наша не сгорит. 8, 9. Нужно 12, наверное, это много. Так, давайте еще раз посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, нам 8 хватит. Все, хватит. Так, ну и по дороге возьмем тогда сразу железо, железо, железо. Нам нужны рельсы, не забывайте. Нужно строить рельсы. Я хочу построить огромную пещеру, как у... Ну, вы поняли, я уже говорил миллионы раз. Ой, я думаю, я уже погиб. Ну, ладно.
Ну что ж, let's go everybody. Там уже, наверное, у нас ночь. Нет, скоро будет уже ночь. Бежим. Два раза жмем. Можно поставить мод батут. Тоже вариант. То есть такой батут будет. Вы наступаете и пиу подпрыгиваете. Можно попробовать поугарать. Кстати, я уже говорил в прошлый раз, что свой сайт, да, сделал. И выложил там сборку. Поэтому сейчас надо будет, короче, протестировать с одним человеком. Если все заработает, да, то вы сможете скачивать. Хотя можно было нормально доставить. Че мелочиться, да? Но можно было без боковых. Это для экономии, но нам экономить смысла нету. Ну вот, как-то так. Все, но мы забыли про кое-что. Это зажигалка. Кремень? Так, не, как называется, я не помню. Она делается из кремния. Вот он, кремень. Вот она, зажига огнева. О, легко. То есть нужна железка и это говно, да? Нужно навернуть говна. Так, кремень у нас есть, железка и кремень. Все, отлично. Как называется огнево? Да, огнево называется. Так, все это выбрасываем, это оставим, выбрасываем. Оружие выбрасываем сюда, лук выбрасываем. Алмаз выкидываем, медный слиток нам не нужен. Сюда слиток, сюда, сюда. Бумага. Да, можно было сделать карту. Ой, ее, кстати, легко. Давайте сделаем карту тогда сразу. Карту сделаем. Нам нужен слиток и красная жижа. Красная жижа есть у нас. Вот так, вот так, вот так. Но бумаги будут мало, как я понимаю, правильно? Ага, о, 3, 4, 5, 6, 8. 8 бумаги, да? Нам нужен будет тростник, 8 бумаги. 3, 6, 9. Оп, ни разу тоже не делал. Я еще не знаю, зачем она нужна. Так, выбросим, выбросим. Косточки сюда выбросим. Это все выкидываем, выкидываем, оставляем. Так, ну что ж, let's go дальше. Я как бы сейчас собираюсь идти в тот мир. То есть прогуляться в ад, так сказать. Поэтому давайте мы приготовим вещи, которые нам нужны. Заряжаться будем, можно зарядиться немножко. Так, нам нужно будет на факел, да? Красная пыль нам не нужна, яблоко оставим, это в еду. Я уже, короче, запутался, где чё, ну ладно. Нам нужно будут инструменты, лопата. Кирку мы не будем брать, вот это обычную кирку возьму и все, и оружие. Оружие есть. Отлично. Ну что ж, let's go, come on, everybody, motherfucker bitch, Hendehog, Schnalbet и так далее. Та-да! Да, у меня сюда он загорается с первого раза. Кстати, до этого я уже когда делал видос в прошлый раз, выпуск, я рекомендовал взять с собой побольше булыжника, да, чтобы построить там дом. И ступеньки. Я бы взял еще ступеньки. Давайте возьмем ступеньки. О, как раз у нас три ступеньки, отлично. И пойдемте, это мы выложим, нам не нужна вагонетка. Три ступеньки. Кстати, можно убить сейчас Эндера, да? Вот так вот, чик и все. Эндер, ты будешь здесь? И сделать посох. Или мы это сделаем в следующем выпуске, я, наверное, не успею все сделать за один раз. Фух, ну что? Пожелайте мне удачи. Я надеюсь, что меня не убьют сразу. И мы направляемся в ад. А, и не убивайте меня, подождите. Где я? Ага. Вот эта шляпка, вот эта шляпа. Здесь нужна, конечно же, лопата и кирка. Я забыл забрать. Ах ты, господи, забыл бур забрать, короче. Можно, смотрите, да, что вот эти вот свиноматки, да, свинозомби, они пассивны, то есть они вас не трогают. Если мы на них не нападем. Если мы на них нападем, то они все сагрятся. Обязательно я вам советую, поставьте сразу же пометку, да, иначе у вас потом будет такой геморрой, на жопе вылезет, огромный геморрой. Ставим пометку. Новый маркер. Заметьте, здесь маркеры отображаются только те, которые в этом мире. Так, ставим маркер помет.
Все, сделаю нормальный цвет, давайте. Вот. Ой, так, цвет давайте какой-нибудь такой голубенький. Я люблю вообще голубой цвет. Наверное, потому что я люблю голубой цвет. Так, ладно. Потому что, почему поставили, да? Вы уйдете, вы потом не найдете это место. Здесь заблудиться, Матерь Божья! Не хочу подыхать, сдохни, чмо, сдохни! Нет, нет, сдохни! Все, все, я пошел сюда. Пошли вы в жопу. Нет, нет, нет. Я разочаровался в этой игре. Разочаровался в этой игре. Уже ночь? Ни хрена себе быстро. А, мы же не спали, мы даже не спали. Не, ну вы видели? Долго меня били, кстати, много я урона. Лук! Здесь нужен лук. Иначе я словлю глюк. Так, поэтому берем вот эту шляпу. Ведро мне нафиг не усралось. Выкидываем ведро и берем лук. Наш незаменимый. У нас нету стрел. Уголь, палки. Ой, не уголь. Нам нужен кремний, палки. Новый мутант. Я что-то даже не успел посмотреть, что за мутант. Блин. Так, нам еще нужны перья. И собираем. Внизу, вверху, посередине. 18. Ну, пойдет, наверное, когда-нибудь так. Ну и все, и будет у нас лук. Это параша мы укидываем, этот инструмент. Что у нас здесь есть лишнее? Огнево нам не нужно, мы уже его использовали. Ни разу не использовал. Леди карта рисуется. Так, а где я? Это я вон вверху, которая справа, да? Странно, когда он так нарисовал. А, отпустите меня! Так, на улице опасно, темно. Странно, он так нарисовал как-то. Да, это получается я. Я не я, корова не моя. А почему он нарисовал таким образом? Почему не посередине? Ну, в любом случае, ладно. Уберите карту, как ее убрать, эту парашу? А, вот. Давайте поспим и все. И Let's go, попробуем опять. Фух, это было жестко. Их много на меня напало. Так, ну что ж, Let's go. О, а, у меня нет опыта. Блин, я зачаровал бы сейчас лук. Так, там горит какая-то мразь. Кто ты, чудо? What the fuck? Кто ты? Кто ты такой? Кто ты? Кстати, они же могут засасываться, не забывайте. Засосись. Пока, бейба. Ах ты тварь, а? Стой, стой, я хочу убить эту чмошницу. Ах ты чмо! Нет, мой дом горит. Да ты чё, мразь? Нет. А если сундуки сгорят? Я ж все просру, там же алмазы. Да пошли вы в жопу, твари. Да вы чё? Я не знаю, что делать. Помогите мне, Господи Иисусе. Откуда их только много? Я проиграл. Я проиграл. Ничто меня не спасет в этой жизни. Да сдохните! Они пришли за мной. Дом, хотя бы дом, ну выживи. Ах, дом горит. Ублюдки, я вас ненавижу, просто ненавижу всех вас. Дайте мне дом. Не сгорай, пожалуйста. Так, где-то я брал сраное ведро. Я никогда еще не тушил костры. Чмошники, ну вы видели? Да вы что, издеваетесь, что ли? Откуда вас только, Матерь Божья? Тварь, ну давай, драться, давай, чему подеремся? Давай, давай. Нет, нет, не хочу подыхать. Откуда? Да вы чё, шутите? Какого хрена? Откуда эти мрази респавнятся? Мой дом есть, убили и так уже.
Помогите мне, помогите! Кто-нибудь, так, так, где хилка? Еда. Я ничего не понимаю. Давайте, короче, закроем это говно быстрее. Может, они отсюда все лезут? Я просто не помню. Идите в жопу, твари. Ненавижу, сука. Не, ну вы видели, а? Вот если бы я броню не собрал бы, если бы я сраную броню не апгрейдил, вы не забывайте, там защита, да? От взрывоустойчивости, защита от снарядов, они снаряды кидают. Что бы сейчас было? Ну, вроде мы спасли дом. Неужто ли они отсюда все полезли? О, наш друг, смотрите, это будет моя собачка. Это будет мой питомец. Блин, а где его улыбка? Какое же у него печальное лицо, вы посмотрите на это. Ладно, чувак, мне не до тебя. Надо, кстати, вокруг сделать это говно, везде сыпучие пески, и все, я буду бессмертным. Я реально, я не знаю, откуда столько много взялось. Фух, матерь божья, я жив, я не верю. Ну, немножко мой домик пострадал, конечно, так сказать. Слегонца. Ну, вроде я выжил. А зачем я закрыл с той стороны, если там еще один проход есть? Неужели они отсюда реально пришли? А может быть, да, я не помню. Скорее всего, когда я их сагрил, они сюда пришли все. Вот вам пример. Я, по-моему, говорил, да, когда строил дом, почему плохо строить деревянный дом? Его можно сжечь. Твари, ненавижу вас. Мой домик. Так, ладно, нужно нам строить... Нужно реабилитировать. Реабилитация. Понимаете, да? Три буквы. Реабилитация. Эй, а где моя дверь? Ой, ублюдки. Ну что ж, давайте не будем плакать вместе с вами. Попробуем починить, залатать дырки. Ну твари, ну чмошники. Он как-то так. Я правда не помню, как это все было, но давайте попробуем собрать. Можно, конечно, заменить будет... Материал, да, материал нашего дома, какой-нибудь другой. Твари, а ну чмошники, чмошники. Кстати, из них ничего не выпало, по-моему, или что-нибудь выпало. Выпало стержень инфрита. Огонь какой-то выпал. Вы видели, помните, я говорил, что нужно найти существ, чтобы я упал. Чтобы я упал и усрался. Ах ты, не, ну вы посмотрите, а. Я твой рот наоборот. Что, больно чему? А как тебе так? Выкуси! Да, они идут оттуда. Их очень много оттуда идет, кстати. Это же эта тварь зажгла мой дом. Нет, нет, давайте мы пока закроем. Да, пока мы закроем. В этом выпуске мы не пойдем сюда. Потом я построю опять здесь домик. Или пускай, в принципе, они идут, а мы что-нибудь придумаем другое. Например, перестроим дом. Давайте, наверное, перестроим, да? То есть, чтобы не бояться упырей, знаете, что я предлагаю сделать? Вы видели. Просто если я закроюсь, это будет неинтересно, согласитесь. Вот нафига играть и при этом ничего не бояться. Ну, это как-то не по-нашему. Это, не знаю, по-женски, что ли. Поэтому давайте мы тогда просто перестроим его в... Я предлагаю кирпич. Или давайте тогда сразу перестроим адский кирпич. Как вам идея, да? Будет красный дом адский. Я буду владыка ада. Нифига ли с еды. То есть я могу сделать кирпич... Или сделать таким образом. Давайте тогда мы сейчас ходим быстренько опять туда. Не, я не сдался. Мой дом сломали, ублюдки. Не, я не сдамся, твари. Все только начинается. Я, наверное, зря это делаю, конечно. Ну ладно. Я взял с собой воду. Да, теперь у меня будет вода с собой навсегда. Let's go. Я надеюсь, что я потом смогу вылезти. Давайте все-таки откроем. Вдруг я не смогу потом вылезти. Будет печально. Задача. Добыть... кирпича. Или что-нибудь еще. А, кирпич, по-моему, сложно добыть. Их очень много сейчас будет. Они меня убьют сразу же. Не, надо было оружие апгрейдить на атаку. Кстати, они мне не попадают, заметьте. Офигеть, сколько же вас, матерь божья. Так, пометка стоит. Вот из этого говна можно сделать что-нибудь? Вы знаете? Ах ты, черт подери. Нифига скорость, посмотрите.
Короче, я заблудился. Вот так. Пожалуйста, не трогайте меня. Так, давайте посмотрим. Можно кирпич, из кирпича можно собрать. Вот, построить дом. Адский кирпич. Вот что я хотел. Давайте тогда так и сделаем. Соберем эту шляпу. Вы видели, какая скорость? Вы видели, а? Вы чуете? Так что я не получаю опыт за эту фигню. Мне бы сделать апгрейд оружия. Ах ты тварь. Ну ты дура тупая. Я тебя ненавижу. Кстати, мы можем здесь это сделать воду разлить, заметьте. И в воде я буду тушиться очень быстро. Да останьте вы уже от меня. Там кто-то ходит. Хорошо, что у меня оружие очень прочное. Вы заметили, да? Очень прочное, потому что я его апгрейдил. Я тебя не бил. Давайте мы сделаем так, таким образом. Нифига скорость. Офиге. И здесь, знаете, что можно сделать? Разлить воду. По всему этому разлить воду, и все, пошли в жопу. Чему, а? Ты что, тварь? А? Тебе что, опасать? Ой, я пошутил, все, я ухожу. Так, тихо, тихо. Так, подожди, здесь можно схитрить, смотрите, да? Они тупят, когда я у этого говна. Они не могут меня атаковать. Они могут меня атаковать! Ох ты, черт подери! Все, все, жопа! Это ведь сыпучие пески! Не, не хочу! Твари! Ведь, кстати, когда мы умираем, я первый раз сдох. Первый раз сдох. Когда мы умираем, смотрите, у нас, видите, слабость, то есть у нас меньше ХП. А, я думал, ступеньки появились. О! Вещи здесь появились, смотрите. Ну не все вещи. Дай мне все вещи. А, сыпучие пески, конечно, сделали свое дело. Дай все вещи, пожалуйста. Там у меня бур алмазный. Да вы что гоните? Я же обосрусь его собирать. Еще вещи. Давай, давай, детка. Самое главное, алмазный бур и доспехи. Во, алмазный бур собрал. Все, теперь самое время отсюда свалить. Я вообще быстро подыхаю, Вася. Живи, живи. Живи, живи, братюня, воду вылил. Я сдох. А ты что, гонишь, что ли? Офигеть. Нет, это тварь, это просто забейте. Ладно, собираем и сваливаем, сваливаем. Если я свалю еще. Дадить доспехи, конечно же, да. Тварь, а. Капец, ну ты чмо. Блин. Кто вообще думал, что такая тема будет? Кто знал? Надо собрать доспехи, самое главное. Бур, да, бур. Бур. Ладно, сделаем это таким образом. Давайте возьмем воды здесь и пошлите. Собрать доспехи. Давай, детка, отдайте мне доспехи, и все, больше мне ничего от вас не надо. Блин. Да заколебало это говно. Тихо. Все. Уходим, пока уходим. Нет! Ну опять! Нет, это реально, это просто у меня слов нету. Чмыри! Кто там говорил, что это будет легкая игра? Пошли вы в жопу. Вот вам легкая игра. Так, оружие. Все, бур есть. Самое сложное собрать бур. Вы видели, я долго мучился. Так, у нас атака 6, но это мало. Я хотел бы собрать оружие заново, но при этом сделать апгрейд именно на атаку. Хорошо, пока я живой, смотрите. Фух. Самое главное, сейчас отрегенится, у нас есть мясо. Это, наверное, самый активный выпуск. Это просто жесть, забейте. Мой дом пойну развалин. Так, смотрим, что у нас есть. Давайте выложим все лишнее и пойдем опять. Аски на рост. Так, это все нам не надо. Карту не надо. Потом я буду сортировать. Кстати, как я понял, вода там не работает. Заметьте, да?
То есть я пытался... Во, аски кирпич есть, отлично. Я пытался разлить воду, ничего не получилось. Но все-таки закроем с этой стороны. Я думаю, я смогу вылезти с той стороны. USGO, пробуем еще раз. Твари. Самое главное забрать все, что можно. Я пока стою здесь. Не, я даже не могу зайти, смотрите. Так, тихо, подождите. Так, все, тихо. Я пока стою здесь, нормально. Сломал я это говно, давайте поставим вот это. Надо было сразу делать дом. А что я вам говорил, а? О чем он говорил, батька? О чем говорил профессионал? Сразу надо было делать дом. Пошел в жопу иди. Ну-ка, кыш, кыш отсюда! Кыш неверный, кыш, пошел! Они прям во мне. Они в меня входят толпою. В три ствола входят. Так, убегаем. Ой, больно, больно. Доспехи офигенно это защищают. Вы видели, да? Без доспехов меня убивают мгновение. А тут очень долго. Так, все, давайте. Тихо. Пока затишье. Секунду, одну затишье. Ха-ха-ха, ну, тварь, дайте мне построить. Больно-то. Это уже не смешно. Тихо, живи, братюня, живи. Нет, это борьба за выживание. Кстати, адский кирпич, он, по-моему, не горит, да? Можно вообще построить из обсидиана. Но это, конечно, жестко. Прикиньте, дом из обсидиана. Вон, дырка. Так, ладно, давайте тогда переночуем пока. Еще скелеты сейчас будут респавниться, мутанты всякие. Фух, ох, да, жестко. Мы живем жестко. Кстати, вот тот волшебник, да, из него хорошая ут выпадает. По-моему, из него выпадает... А, он исчез, тварь. Нет, мы сейчас сделаем следующее. Ну-ка, что это такое? Бо, Эмбер Скир, Эмбер. То мы, наверное, можем призывать, да? Убедали, если мы соберем это говно, мы сможем собрать Скиптер. Скиптер. Ну, что говоря, посох. Надо собрать 3, 4, 5, 6. У нас очень мало огня. Ну что ж, USGO, да? Попробуем еще раз. Для начала глянем, что у нас есть. У нас есть адский камень. И нам нужно построить... А, сначала давайте мы построим там домик, чтобы я реально мог хотя бы там выходить. Или хотя бы стенку построить. Но реально это не дело, сами видите. Я только выхожу, уже умираю. Я уже горю, вы видите, да? Так. Давайте построим потихонечку. Хотя бы так наполовинку. И хотя бы крышу построить. Вот так. Вот хотя бы крышу построить, чтобы я мог защищаться хоть где-нибудь, стоять. Во, надо было сразу крышу построить. Вот таким вот образом. И все, и будет нормально. Так, и здесь также, и все. То есть можно было даже домик не строить, а просто сраную обосранную крышу. Так. Сейчас придут эти твари тупые, осторожно. Меня убили, я хотел ни разу не убивать. Все, убегаем. Надо быть осторожным. Во. Так, все, сдохло. Тварь, во, что-то вылетело. Да, огонь вылетел. Ага, из них, кстати, еще уголь вылетает. Че вам нужно, свиньи тупые? Че ко мне лезете? Нифига здесь их летает. Он какое-то красное говно. А, это эти. А ты чмо? Так, ну-ка, отходим. Опасно. Давай, сушись. Так, тихо. Ну, скинь мне говна. Нет, не кинул. Ну ладно, так, что мы делаем? Давайте начнем добывать то, что нам нужно, зачем мы сюда пришли. По прямой попробуем, получится, не получится.
Тут еще какое-то красное говно выпадает на рост. Лавовый рок, это рок. Из него, наверное, лаву собираешь. И пробуем такой прямой, прямо возле входа, да. Скорость феноменальна. То есть можно просто бежать и копать. Офигеть, скорость. Так, самое главное теперь не провалиться. Давайте покушаем поболя. Вон он, что я вижу впереди. Ох ты, о, ёшкин кот. Там, наверное, больно будет упасть. Че, хп мало, давай регенься. Ну че мы такое говно место выбрали? Не, туда не пойду. Так, смотрим, ладно. Не, реально, с таким буром можно просто по прямой бежать. И прямо в эту гору, давайте мы прям в ней по прямой побежим. О, лава? Откуда здесь-то лава? Господи, Иисус, еще не загорела. Она же везде, что ли? А куда копать-то, Вася? Дяденька, уйдите от меня. Дура, уйди отсюда. А, кэш, 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 чмо. Можно, в принципе, найти их не респаун. Найти их респаун где-нибудь. Во, во. Мы с вами сделаем самые крутые посохи, я вам обещаю. Сначала мы сделаем такой легкий, да? Убьем Энзермена. Как там называется, я не помню. Супермен или как там? Бэтмен? Ну-ка, если мы сюда пойдем. Не, это очень опасно, конечно. Можно реально просто случайно вниз прокопать и провалиться и сдохнуть. Нифига себе! И риска. Ладно. Это закроем проход, типа сюда нельзя. Ну, сколько мы уже набрали, да? Один стак, еще на базе один стак. Это надо будет потом все пережарить, потом собрать все единое. Место хорошее, мы здесь долго будем проводить время, я вам говорю. Надо будет построить потом везде эти лесенки. Нужно найти, где они респавнятся, они где-то внизу респавнятся. А вот это, давайте тоже это соберем, говно. Может пригодится, я не помню, что это такое. Кварц. Надо будет потом глянуть, что это такое. Кварц, да, нам нужен кварц. И вот так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично. Все, нам, в принципе, уже есть что делать, нужно будет поставить. Ой, господи, суть, что это такое? Что это такое? Идите в жопу, я так не играю. Это висп! Смотрите, это висп из доты. Ай, к нам висп пришел. Ждем шейкера и так далее. Висп! What the fuck? Какой висп? Где ты, тварь? А что за виспа? Кстати, он какой-то мирный висп. А, вот она прямо надо мной. О! Видите, кстати, заметьте, их не было, потом они пришли. Почему? Потому что они зареспавнились. То есть респавн реально у них рядом. Ладно, уходим отсюда, уходим. Во! Это я и хотел. Вот это я и хотел. Видите, они все ходят за мной. Это хорошо. Кто-то застрял, кстати, в камне. Дебилы тупые. Пошли в жопу. Куда ты стреляешь? Во, костерчик уже три. Дура. Инвалида кусок. Пошли отсюда. Кыш, это мой мир. Это мой world. World of my empire. Ну все, давайте уже закругляться, потому что много мы времени уделили этому выпуску. В следующем выпуске тоже будет интересно, мы будем воевать, воевать, еще раз воевать. Это мой новый, видите, крутой дом, наполовину разломанный. Пускай меня все боятся. Вон там у нас крипер застрял. Потом будем их пытать. То мою грядку сломал. Ну мудаки, ну твари, грядку даже сломали. Теперь у нас здесь будут свиньи. Три. А сколько нужно было? Сколько нужно было? Три. Нужно семь. Найдем. И две палки. Две палки у нас есть. Осталось найти два костра и все. Теперь я вместе с вами давайте поставлю на пережарку. Да-да-да. Нам нужно много-много пережаривать. И гол-гол. Весь камень пережарим и сделаем кирпичное царство. Ладно, берем вот эту шляпу, кидаем сюда и все. Спасибо всем за просмотр, комментируйте видео, хоть сколько комментируйте. Можете писать хоть 20 комментариев подряд. Вам никто не запрещает. Подписывайтесь на канал. Всем пока!